Забавное видео про случайного прохожего сняли пассажиры на одной из остановок Калининского района. Парень выбежал на проезжую часть и стал прыгать по машинам. Неудавшегося скалолаза стянули с крыши легковушки водители. Парень стал ползти по дороге, корчиться и издавать странные звуки. По словам очевидцев, позже безумец пытался показать, как кричит мартышка. Для хулигана вызвали полицию и бригаду медиков. Скорее всего, уличный артист был под кайфом.